Середина рабочего дня. Улица Шевченко абсолютно пуста. Движение автомобилей в обе стороны перекрыто. Около часа дня на пульт 102 поступило сообщение о том, что на обочине дороги рядом с бизнес-центром прохожие обнаружили гранату. Уже буквально через 10 минут на место ЧП были криминалисты, кинологи, взрывотехники и несколько машин скорой помощи. Один из водителей скорой сообщил, что боеприпас обнаружили прямо в снегу. Милиционеры сразу же оградили потенциально опасную территорию. К работе приступили сотрудники взрывотехнической службы. Много времени на обследование находки не ушло, да и вся операция длилась едва ли не больше часа. Исследовав подозрительный предмет, эксперты постановили, опасности он не предоставляет. Это всего лишь пластмассовый муляж. В Центре общественных связей областного управления внутренних дел новостям АТН подтвердили, граната даже не учебная. Транспортное движение по улице Шевченко через полтора часа возобновилось. Инна Степанишина, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».